Здравствуйте, меня зовут Аля, и мне 11 лет. У меня очень хорошая память. Я проснулась и, как всегда, начала одеваться на тренировку. Я хотела уже положить форму в рюкзак, но его нету, я его не нашла. Я думала, то, что я его потеряла. Мне пришлось положить форму в рюкзак моего брата Мити. Я расстроилась и пошла грустно на тренировку. Но ведь там было все нужное для тренировок. Прихожу в студию, а подружка спрашивает, где твой рюкзак? Я им сказала то, что я его потеряла. Понятно, что поделиться формой, спросили подружки. Я сказала то, что нет, не надо, у меня есть в рюкзаке в Митином. Стоп, а где рюкзак? Спросили подружки. И я поняла то, что я его забыла дома. Пришлось идти за рюкзаком, ведь я не хочу заниматься без формы. Открываю дверь в квартиру, но в коридоре его нету. Я пошла смотреть в комнату, но в комнате тоже его не оказалось. Теперь Митя точно обидится на меня. Решила идти без формы. Но прихожу в студию, и два рюкзака лежат на скамейке. Может быть, я его забыла с той недели. Вот такая история.